Пылесос, наверное. Почему? Ну, который кругленький, верьте, сам по себе все убирает. Но у меня домашнее животное. Так как я занимаюсь графическим дизайном, то мне ноутбук необходим, чтобы выполнять свои рабочие задания. Но это так же, как токарю необходим станок, строителю нужен перфоратор. Ой, знаете, я в гаджетах так не сильно-то разбираюсь. Поэтому мне лишь бы можно было позвонить, интернет, чтобы был. Чтобы можно было онлайн-банк. Холодильник и плита. Ну, готовить же еду надо. Надо хранить ее где-то надо. Компьютер. Почему? Ну, потому что он выполняет много различных функций, которые помогают человеку в жизни. Я на нем курсовые делаю. Также сижу в соцсетях по ноутбуку, смотрю фильмы. Моя мама подарила мне электрическую мясорубку. Во-первых, это безопасность для моих пальчиков, чтобы не стереть на терке. Быстрота. Соответственно, засунул, уже готово. Ну, наверное, планшет. Почему? Ну, потому что его удобно носить с собой. Ну, такой, в небольших размерах. Там много помещается информации. И вообще, ну, в кафе, допустим, пришел, поставил. Там удобно, экран такой не маленький, как на телефоне. Беспроводные наушники. Почему они? Очень удобно, когда едешь в транспорте. Можно слушать какие-то обучающие видео. Разговорные аудиокниги слушать очень удобно. Плита, пылесос, вот такие вот вещи более для уборки, для готовки предназначены. Почему именно они? Ну, потому что я как девушка, я считаю, что я должна поддерживать домашнюю чистоту, быт. Для меня самый необходимый гаджет – это электронная книга, потому что я очень люблю читать, а с бумажной книгой не всегда удобно. Фитнес-часы. Почему? Ну, удобно, показывает, сколько время, звонки, смс-ки, сколько я хожу. В день употребляю калории, ну, трачу, точнее. Без чего вы уже, наверное, не справились? Наверное, без холодильника. Потому что, в общем-то, приготовить еду можно на костре, правильно? Плита не обязательно, постирать одежду, ну, как бы тоже можно справиться. А вот еда уже будет пропадать. Как бы мы уже так привыкли, что, например, зимой еще у нас может спасти балкон, а вот уже летом точно пропадет все.